Золото и две бронзы завоевали многоборцы Чукотки на соревнованиях в Магадане. Там завершились чемпионаты первенства России по северному многоборью. В данном виде спорта 5 дисциплин. Метание топора на дальность, метание тензиана на харе, тройной прыжок, прыжки через нарты и бег с палкой. Чукотку представляла делегация из 18 спортсменов. Состав сборной формировался по результатам окружных соревнований по северному многоборью. По итогам состязаний наша команда завоевала 3 медали. Золото на чемпионате получила Татьяна Эненкео из Провиденского района. Она стала лучшей в метании топора на дальность. Ее результат 113 метров. Бронзовую медаль получил певекчанин Илья Ивен в беге с палкой по пересеченной местности, а вторую бронзу взял Кирилл Чайвыргин из Чукотского района в метании тензиана на харей, попав 38 раз. По результатам первенства наша сборная заняла 5-е место в командном зачете, а в чемпионате Чукотка на 6-м месте.